Легенды Виталия Смагина. Тематическая выставка полотен художника, в прошлом основателя и заведующего кафедрой монументальной декоративной живописи и этнитур, открылась в галерее современного искусства. Она раскрывает одну из главных тем его творчества – мифы и предания народов Байкала. На ней великий отец Ольхона охраняет всех чудесных и загадочных существ священного озера. Прежде всего, это великолепная работа с цветом, прекрасный колорист. И работы не только наполнены цветовой какой-то особенной гаммой, все подобрано прекрасно, сочетания великолепные, но и по содержанию, как я уже говорила, это легенды, мифы. И к каждой картине, если вы подойдете и посмотрите, вы каждый раз будете находить какие-то новые и новые детали. Картины собраны из семейной и частных коллекций. Организовать такой байкальский салон Виталий Георгиевич хотел еще при жизни и даже начал его готовить. В дневниках прародителя иркутской авангардной живописи обнаружилось много записей о Байкале, о байкальских легендах, которые становились темой его полотен. Но, к сожалению, не удалось, не успелось. А мы, в свою очередь, не оставили эту идею и воплотили ее. Мечта художника исполнилась. Теперь с яркой и необычной интерпретацией древних легенд и сказаний Виталия Смагина может познакомиться каждый желающий. Выставка продлится до 12 марта.